На минувшей неделе исполнилось 90 лет люберецкому врачу Нине Ивановне Андреевой. Безусловно, заслуженный доктор отдала медицине 60 лет жизни. Поздравили юбиляршу на торжественном мероприятии в Томилине. Она вырастила 4 поколения томилинцев. Для жителей поселка Нина Ивановна не просто доктор, но и добрый наставник и незаменимый друг. Переехав 55 лет назад в тогда еще Люберецкий район, Нина Андреева начала свой путь участковым педиатром. Уже имея за плечами опыт работы, настойчивый, грамотный и принципиальный доктор стал, по сути, основоположником педиатрии в поселке Томилино. Получила я участок, птицефабричный. Тут я сколько... Год-полтора, наверное, поработала, поменьше 2 лет. А потом заведовать поликлиникой, тоже тут уже даже не знаю сколько, я всегда говорю 1000 лет. Общий стаж без 4 месяцев 65. Уж люди столько не живут. Сегодня нет такой семьи, которая не знала бы эту удивительную женщину. Поздравить с юбилеем Нину Ивановну пришли не только друзья и бывшие коллеги, но и представители местной власти. Стоит отметить, что и сама доктор Андреева 9 раз избиралась депутатом поселкового совета. И хочу вам вручить благодарственное письмо от совета депутатов за подписью председателя Сергея Николаевича Антонова за большой личный вклад в развитие системы здравоохранения. Многолетний добросовестный труд, четкое отношение к пациентам и связи с 90-летним юбилеем. Нина Ивановна выбрала именно эту отрасль медицины неспроста. Своими воспоминаниями она поделилась с гостями праздника. Ну, лечебный факультет пойдете? Я говорю, не пойду. Почему? Потому что я старух не люблю. И лечить их никогда не буду. Вот. А пойду я на педиатрический, будут детишки, чтобы они вырастали у меня на глазах. Вырос у нее на глазах и сам Игорь Дворников. За здоровьем будущего главы городского поселения Нина Ивановна следила с первых дней его жизни. Родился, кричит, хорошо. Дальше зубки прорезались, зубастый будет. Вот. Потом пошла в детский сад. Пляшет, поет, веселый будет. И таких воспоминаний у Нины Андреевой тысячи. Сейчас, встречая своих бывших пациентов, которым уже далеко за 40, она до сих пор называет их своими детьми. Луиза Егазарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.